Всем добрый вечер. Я хочу сказать, что вот это парадоксально. Артемия Троицкого сейчас судят за то, что он озвучил то, с чем большинство из нас согласны. Я хочу сказать, что, конечно, в принципе, у милиции, у государства других дел нет. Я хочу сказать, что вчера в Ростове-на-Дону, в городе, из которого я родом, депутат Единой России сбил насмерть парня. Я думаю, что, скорее всего, этому человеку ничего не будет. Ведь куда важнее дело Артемия Троицкого. Первая песня, которую я сегодня исполню, она как раз называется «С чего начинается Родина, друзья?».